Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем добрый вечер, с вами МДШ, мы продолжаем нашу неделю хорроров, уже пятый день, сегодня у нас будет игра The Hetman, The Hetman Shadow Ward она называется, предбанан, вот, давайте начинать, как говорится, раньше сядем, раньше выйдем, так, так вот все. Отлично. Так, музыку я выключаю. Заходим в игру. Так, да, графика фантастик. Ох уж в этих инди-хоррорах графика, конечно, ну да, фантастическая. Хотя, может, здесь и хорошая графика, не знаю. Вот еще не смотрел? Ну, так, да. За кого будете играть? За отца или за мать? Давайте за отца. БРК 194-12 VRM Кливленд. Так. Это на PM. Норман Берри, отец Вирджинии Берри. Кливленд 840 Бейтс Роуд. Мы с сожалением сообщаем вам, что ваша дочь Вирджиния пропала без вести. Нет необходимости приезжать сюда, так как наш сотрудник... Ее уже ищет. Доктор Генри Хаммер, управляющий психбольницей для умалишенных города Кантона. Предбздигер. Да, вот банан. И тут есть настройки, но они пососные. Там реально пососные настройки вообще. 31-61 какая-то штука там. Настройки, смотри. Вот тебе все настройки. Прикольно, да? Вообще супер. Ну, собственно, язык управления, как бы. Знаешь, такое себе. Ну, пока игра выглядит приятно. Движок Half-Life, кстати. Красная дверь. Наверное, нам сюда. Нет, нам не сюда. К сожалению. Эши-хоррор уже седьмой день подряд. Так, ничего не могу сделать. А как? Я что-то... Подождите, может там какой-то... ну да, все правильно. Открыть инвентарь. Ну, блин, даже эскейп не работает, лол. У меня есть только рука. Перестал уже бояться каждого шороха? Нет, не перестал. Так. А что, звука нету? Подождите. А, во. Прикольно, здесь звука только нет. Класс. О, господи! Лады. Я умру когда-нибудь от этих хорроров. Так, инвентарь. Подождите, а журнал тут есть? Ага, журнал есть, да? Да ну нафиг. Ёпта, иди в жопу отсюда! Охренеть. Вы что-то пропустили? А, во. I'm lying awake in bed, my neck sore from sleeping on one pillow. I asked for another, but I need a doctor's order to have more than one. My sleep medicine has worn off, and I'm once again a prisoner to my insomnia. I decided I might as well start. Так.
Я лежу на кровати, не сплю, шея болит, так как сплю на одной подушке. Я прошу вторую, но для этого нужно распоряжение доктора. Снотворное уже перестало действовать, я снова стала пленницей моей бессонницы. Я решила, что почему бы не делать записи, как меня просят. За это я получу призовые очки, на которые можно потом взять дополнительный десерт, да и заняться будет чем. Слышно, как храпит человек в соседней комнате. Кто-то шепчется на посту дежурного. Звонит телефон. А, на посту дежурного звонит телефон. Группа общественников позади. Я не знаю точно, кто счел правильным, чтобы сумасшествие... А, сумасшедшие, господи, сумасшедшие развлекали друг друга. Как ни удивительно, сегодня там были все. Никто не покончил с собой. Поэтому сегодня был удачный день. Сегодня кто-то плакал, но это обычное дело. Моя задача на сегодня по-прежнему думать о чем-то отвлеченном и стараться не думать о способах самоубийства. Я сказала им, что перестала, наверное, об этом думать. Был там, сделала это, говорила я, но что-то там показалось. Я помню многое из своего сна. Человек в шляпе был одет во все черное. Даже его шляпа была черной. Его кожа была черной. Его глаза. Я не могу описать их. Как будто глаз у него и не было вовсе. Просто пустые глазницы, которые затягивали мою душу. Я помню, как я была счастлива, когда он сказал, что заберет меня отсюда. Но теперь я боюсь, что это произойдет. Вот так вот. Здорово. Так. Ребят, все нормально, все по звуку? Это выглядит довольно крепко, я понял тебя. Подобран топор. Ну и как? Прикольно. А, семерка, я не видел. Ну, я не могу его выбрать, лол. Вот, отлично. Ну, возьми. Вот, отлично. О, ёпта! Спокойно. Очень мало звуков в этой игре, я вам скажу. Сломано, да. Так и есть. Понял тебя. Ёпта. Ненавижу туалеты. Так, идем на свет. Ага, я понял, что это. Нажимаю же, ну. Да пипец. Игра. Ну. Короче, тут надо... Я не знаю, как это делать. Пипец. Жуткая фигня. Тоже пусто.
Так. Журнал. Заседание группы взаимодействия с социальными работниками производило впечатление огромной потери времени. Все, о чем мы говорили после того, как они сказали, что на обед у нас сэндвичи с говядиной, как я понимаю, не имело ко мне никакого отношения. Я попыталась завести разговор о своем замысле, но это только привело к спору о том, что нужно ли интенсифицировать. А есть такое слово? Интенсифицировать. Ну, понятно, что интенсивнее, да? Ну, ладно, окей. Просто, ну, проще было написать там, проводить более интенсивное лечение, что-нибудь такое. Когда все поднимались со своих мест, чтобы уйти, Таня подвела меня к книжному шкафу, протянула руку за него и вытащила какую-то что-то там. Ладно. Что-то она вытащила, в общем. Подождите. Фонарик подыхающий? Етить, колотить. Так. Скажите мне, что фонарик в этой игре не умрет. Я вас прошу. Пожалуйста. А, понятно, короче, где предметы, там начинается шипение. Ради развлечения я прочитала книгу Тани. Это был журнал, написанный другими пациентами о своих встречах с темными людьми. Пара человек даже видели человека в шляпе, как и я. Также там было написано, как он приходил к ним. Я не могла больше читать о человеке, который парализует людей и крадет их души. Это не рекомендуется для страдающих бессонницей. Но теперь я знаю, с кем я имею дело, даже если эти сны у меня из-за лекарств, которые мне дают. Ага. Прикольно. Так, ладно. Можно свет врубить? Позязя. Чё, она поедет? Ну, понятное дело. Нафиг надо. Ёпти. Что опять за клише? Мне кажется, что я хожу по кругу. Лили, я уже здесь был. Или нет? Я хер знает. Непонятно. Так. Фонарик, давай, врубайся. Хватит мне это. Мозг делать. Еще кровищ. Отлично. Я пропустила лекарства сегодня вечером, но Таня пришла в мою комнату и оставила их с запиской. После того, как она ушла, я прочитала записку. Там говорилось, может быть, не сегодня. Она говорила о моих лекарствах. Может, о человеке в шляпе. Мне нужны мои лекарства. Это единственный способ уснуть. Хотя это действительно... Тихая ночь. Нет храпа, нет ни единой медсестры. Как будто я здесь одна. Прикольно. Блин, какой-то стрём вообще. Почему опять психбольница? Тихо. Заткнись. Я оставлю здесь фотографию из книги «Человека в шляпе». Если я пропаду без вести, вы должны найти его. Что, если я исчезну? Неужели меня никто не будет искать? Вот не знаю. Включись фонарик, блин, твою мать. Молодец.
Какой-то странный. Блин, да включись. О. Я определенно перешла куда-то. Я не умерла. По крайней мере, я не думаю, что это так. Мой живот все еще болит с того момента, когда я читала книгу. Это место похоже на больницу. Столетие или два назад. Перед тем, как я очутилась здесь, помню человека в шляпе. Я попыталась сбежать, но он не пустил меня. Это те самые глаза. Так. Гоу дальше. Что это? Коробка спичек. Трупак. Где все, не знаю. Ага. Ой, ёпт. Валим, 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 валим. Чё за херня? Что за херня? Прекратите. Прекратите так со мной. О, пойдемте наверх. Вниз не хочу, пойдем наверх. Правильно, правильно. Нет! Пожалуйста, не убивай меня! Чё, все заново? Ядрить. Где он? Пипец, все заново. А что сохранить? А как сохранять игру? F5, F1, F2, F3, F4. Прикольно, а как? Ну... Да, через пол достал вообще, урод. Слушайте, а как сохранять игру? Ну, ёпта, опять он меня через стену достал. Кстати, я баба играю, смотрите. Где книга? Это не круто. Так и чего? Да нет, не F5. Ну видишь, не горит загрузить. Ну это бред. Фонарь достань. Фонарь, сука, достань, пожалуйста. Вот, молодец. Так, а там я был? Тут я вроде был. А-а-а. Интересно, тут есть какой-нибудь знакомый нам человек?
тут никнеймов нету, да? Видите где-нибудь ники? Какой-нибудь, не знаю, Артур. Который Black Silver, не? Что-то не заметил я. Так, надо узнать, как сохранять игру. Может, около музыкальных штук? Так, сейчас падает фигня. Нет, не сейчас. Вот сейчас, наверное, падает, да? Нет? А, уже вообще ничего не падает. Или здесь? Вон, хрен. Хрен! Ой. Ёпта. У меня фонарик не работает больше. Хрен. Хрен. Алло. Так, подожди. Сейчас у меня фонарик начнет работать. Подожди, хрен. Ну что за фигня? Тупик, да? Нет? О, заработал. Иди сюда. Да ёпта, он не работает. Твою мать, да пошел ты. Ты, короче, козлина. Пойду направо, не хочу. Я не хожу налево. Япона мать. И чего? Так, давайте посмотрим, читал ли я эту записку. А, да, это я читал. Ничего нет. Короче, когда мигает, надо бежать, что ли? Где записка-то? Вот она. Хрен. Так, хрена нет. Ну, это какое-то дерьмо. Уже рядом? Блин. Фигово, что он ходит через стены. Где он? Где дебил? Вижу только трупак. Твою мать, сука. Иди ты в жопу. Снова иду направо. Так. Мишутка такой же, как был на той кровати в начале. Херня. Так, где-то здесь. Вот она. Так, это мы тоже читали. О, ёпта! Пошел ты! Отвали, дебил! Ну, пожалуйста. Пойду направо. Все, ты отстал? Чё? Сюда? Так. Нет, не сюда. Блин, да как же ты так быстро ходишь? Иди в жопу, чувак. Ну ты бесишь. Ничего. Банан, ты тут? Опять около этого трупа. Я что-то хожу кругами. Сам не подозреваю, как. Так.
Ой, ёпта. Банан, посмотри, пожалуйста, как сохраняться в этой игре. Ну нет. Блин, отстань. О, гляньте. Ёпта. Нет! Ну нет! Какого хера? Чё за бред? Чё за фигня? Твою мать. Ну пипец. Ладно. Мне кажется... Блин, а как я его растворил-то, я не понял. Может, его дождаться надо? Давайте его попробуем дождаться. Я же его как-то растворил здесь. Один раз. Телеки, я понял. Спасибо большое. Давайте его дождемся. Вот, иди в жопу. А, другой. Это не то. Это не Хэтман. Лошара какой-то позорный. Так, телеки, да? Значит, надо телеки находить. Давай сейчас будем искать телеки. Телевизоры. Блин. Фиговенько. А я его бабцу, что ли, это растворил? Или кто это такая была? Или это... Может, это я был? Только темный. Ой, блин, рука... Ой, нога затекла, то есть... Идите в жопу. Короче, первый трай был самый удачный, да? Фонарик говно, он Хэтмана не убивает. Сюда? Забрал. Если я не найду ни одного сохранения, я нахер. Я не готов каждый раз бегать тут. Ты не поедешь? Как же канон? Реактивный топор. Ну да. Похоже на то. Слушай, ну не знаю. Я еще не встретил ни одного телевизора. Тут что-то было? Очень странно. Типа уже за мной, нет? Я так понял, нам типа нужно узнать историю этой бабцы. И для этого нам надо восстановить дневник. Здорово. Так, спички, да. Блин, он идиот. Твинь козел. Так, понятно. Опять дырка.
Знаешь, нет. Так, уже лучше. Грёбаный лабиринт. Ой, что это? А, приятно, да. Так. А, окей. Ёперный театр. Ну, сейчас бабайка будет стопудово. С такой-то ходьбой. Ходьба! Ходьба! Или это чтобы от него ныкаться? Ни хера не понял. Ну и чё, и зачем? И вот я пришел обратно, клево. Чё я тут забыл? Слушай, точно телевизоры, а? Так, нет, стоп. Может, радио все-таки? Я думал, тут дядька стоит. Блин, тут я, кажется, был. Мимо телевизора прошел? Где, 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 где? Покажи. Сика, где? Блин, это радио было. Ну такой ты. Там за мной чувак гонится, а ты это. Грусть. Так, еще выше. Давайте пойдемте еще. Ой, он идет! Сука, догнал! Догнал меня, падла. Валил нахер. Блин, у меня брат в соседней комнате храпит. Отстой. Что ты ржешь? Что ты ржешь? Так нельзя. Еблин, заготовка. Так, ладно, я нашел еще что-то. А как я со второго этажа попал в подвал? Никто не знает, да? Подождите, а я пришел обратно, что ли? Лол, кек? Точняк, я пришел обратно. Вот это прикольно. Это как я сделал, если я шел вообще в другую сторону? Я боюсь. Мне страшно. А, не... Нет! Ну нет же! Фак! Я не пришел обратно, я пришел в какую-то срань. Лол, кек, молгобек. Все плохо. Телек нет. Ой, мама. Дядька Черномор, отстань. Так. Ты сейчас будешь заходить сюда? О, спасибо. Он здесь. А мне отсюда не выйти, лол. А что там за записка? Давайте посмотрим. А, я определенно перешла куда-то. Я не умерла. Так, это что? Я нашла фонарик. Это выглядит как своего рода неопределенность. Где-то между жизнью и смертью. Здесь никто не может сказать мне, что делать. Странно, но мой журнал, я держала его, когда перенеслась сюда. Все, что я замечу, напишу в своем журнале. Кажется, что это может быть ключом, если я захочу вернуться. А что мне делать? Там тупик, короче. Слушай, да я пробовал вроде. Малгобек! Ну, нет, он сразу меня достал, короче. Пипец. Так, ждем бабцу. Отсюда же придет, да? Ну. Габела найс трай, да, хороший трай получился. Привет, Вудь. Иди в жопу. В жопу иди, сука.
Я не знаю, блин, хрень какая-то. Потому что к радио я не могу его тыкнуть, ну, позябать его не могу. Ну, я попробую, конечно, пройти так игру, но я сомневаюсь, что у меня получится. Не, не. О, сейчас быстрее получилось достать. Блин, пипец тут, короче. Что, где? Нашел. Ну, сейчас найдем радио, я попробую сохраниться, но я сомневаюсь, что выйдет. Я ж типа уже пробовал. Ну рядом. Может, лампа? Нет. Горящая лампа? Нет. Так, кровище. О. Не очень понятно, правда. О, я помню этот проход. Да ё-моё! Я много уже нашел. Нет его? Нету. Тоже пусто. Так, он идет. О! Пошел ты, гнида волосатая. Ты идешь за мной? Блин, да что ж с тобой не так-то, мразь? Давайте валить от него. Пусто. Ёпта! Их два? Чё? Блин, радио было, ну ёб твою мать. Вот. Да, иди в жопу. Там что-то шипело. Я успею, я успею, я успею. Ну, не знаю. Какое-то дерьмо, по-моему. Да давай, пригибайся. О боже. Тоже нифига. Ты что сделал, ты дурак? Боже, 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 нет, ты достань его. Фух. Так, побежали, побежали. А? О, телек, твою мать! Телевизор, я нашел тебя. Так, я могу прыгать здесь? Я не могу прыгать. Вы понимаете? Ну, блин, телек. На. Говно. Так, не ты. Блин, реально есть телевизоры. Мне надо как-то обойти эту хрень. О, говно! Что ж ты делаешь? Прекрати, Азаза. Ты идешь за мной? Ты не идешь за мной? Пойдем. Дружище, ёб твою. Давай, пошли. Ты должен быть мне верен. Я и пошутил.
Так, ладно, иди-ка ты в жопу. Я сейчас что-нибудь придумаю. Я иду, правда, в тупик, ну да ладно. Блин, за это так громко. Понятно, ничего не изменилось, говно. Так, ты еще там? Ну и что ты там встал? Блин, дебил. Как мне тебя убить? Дядь. Ну это гобелен, короче. Сейчас я попробую одну вещь. Минька, привет. Так. У тебя вопрос, поздравляю. Какой? Ну и чё? Да ёпта, всё. Ну, это опять габелла, ребят. Какие у вас мысли есть? Давайте подумаем. Что можно сделать? Прог называется Twitch. Приложение Твича. Так. Это грустно. Это очень-очень грустно. Что делать-то? Чего делать? Ну, Twitch, который Twitch, да. Ты там можешь смотреть другие стримы и так далее. Банан, у тебя есть какие-нибудь идеи? Ну, только если его выманивать оттуда. Ты идешь? Давай, подходи. Так, так, так. Вот он пошел. Ты идешь? Идет, 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 отлично. Иди сюда, иди сюда. Играть в СЦП, понятно, я понял тебя. Ну, самой стримить, я понял. Я тебе об этом и сказал. Что там можно через него стримить самой. Фуф, ладно, мы прошли. Я обманул придурка. Так, смотрите, мне нужно, короче, сейчас налево или направо. Потом, типа, в длинный коридор. Нет, не подойдет. Вот такой, да, длинный коридор. Еще. Сука. Он здесь? Подождите, вот, может, это, кстати, выход. Давай, давай. Там все есть прям вот как надо. Там все изи. И качество хорошее. Привет. Так. Блин, телек нужен. Он где-то здесь. Сука, как ты оказался с той стороны-то опять? Падла, и он какой-то зеркальный. У меня в соседней комнате какой-то трэш происходит. Где ты? А-а-а!
Да? Нет. Ёпта! Ну пошел ты. Блин, он охраняет. Короче, я понял. А, в общем, я опять с другой стороны, да лол. Я больной пациент, у которого в мозгах, короче, ну типа все плохо, а? Вот. И а это охранник, который, ну, а я типа требую, дайте мне телевизор. Да сука, опять тупик. Ну все, вот это точно габелла. Нет, еще не габелла. Я успел пройти. Так, вот сюда хочу. Опять вонючая лестница. Вот, короче, я хочу телевизор, типа. И начинаю бустовать. Да сука! Тут что? Блин, не туда я пошел, ну ладно. Опять эта сраная лестница. Да чтоб тебя в черти. И опять лестница. Прям требует, чтобы я спустился. Да пипец! Слушайте, подождите, а может заготовкой надо? Три. Нет! Сука, падла! Иди в жопу! Это тупик! Читинг деф мне дали какое-то достижение. Ой, тут есть выход. Что за нахер читинг деф? Пошли вы в зад. Что за вонючие звуки? Что это было вообще? Твою мать. Да нельзя по краю, я ж пробовал уже. Да сука! Да открывайся! Открывайся, сука! Валим, валим, валим. Пипец. Почему мне не дают телевизор? Я хочу телевизор. А-а-а! Он идет. Я нашел выход. Я прошел игру. Аллилуйя, нет! Я пошутил. Ну. Ну фака. Фака, мазафака. Фака, мазафака. Телек мне дайте. Где? 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 Да где? Сука. Идем направо. Сука, нет. Блин, ладно, хрен с тобой. Ничего нет. Да твою мать. Будь в той же комнате, что и человек в черной шляпе 10 раз. Ну да. Пипец, что за звуки? Что так крипово? Он напугал меня, падла. Короче, ребята, я не знаю, как эту игру проходить. А, я пошел. Пойдемте на перекур, а? Все, я устал. Сейчас вернусь.
Так, я вернулся. Слушай, банан, вопрос такой. Ты же почитал там, как проходить? Может, тут тактика какая-то есть? Может, что-то надо делать определенное? Как к телеку добраться? Вот ты можешь мне объяснить? Так что телек что-то вообще, короче, полная какаха. Где она? А, иди в жопу. Восемьдесят минут? Серьезно? Пипец, как долго. Не, ну мы уже проходим час. Ну, давай. Один трай без смертей. Один трай без смертей, это, конечно, все прикольно. Отвали. Отвали. Так, не хочу туда. Пусто. Ну ладно, идем сюда. Пусто. Ой, иди нахер. Блин, почему надо мастурбировать эту кнопку? Херня какая-то. Блин, когда бежишь, короче, камера так удаляется вообще отстойно. Котян, здорово. Ладно, если за 1,5 часа не пройдем, то пойдем, не знаю, во что-нибудь другое играть. Понятно. У нас еще полчасика. Ой, блин, он уже идет за мной. Отвали! Нам надо вообще по-хорошему еще Long Dark пройти. Желательно сегодня, конечно. Твою мать? Так, ты идешь за мной, нет? Идиот, блин. Пойдем вниз. Так. Да отвали. Пусто. Блин, я очень надеюсь, что вы не слышите, как в соседней комнате телек работает. Это прям пипец, он так орёт. Там каким-то трэшем занимаются, а-ля пылесосом. Ну, звук похож. Ой, ёпта!
Там, по-моему, кто-то сгорел в комнате соседней, ну, в телеке. Понятно. И у нас телек только, который опять где-то в жопе. Смотрите, вот сейчас надо... Нет, это пылесос... Ну, это не пылесос, это какая-то другая херня. Ну, блин, ребят. Давайте я чувствительность микрофона поменьше сделаю. Так, наверное, должно быть лучше. Так лучше, ребят? Пусто. Голос тихий стал, но я поближе буду как-нибудь. Шило на мыло поменяли, ну блин. Игра, это игра была? Ну, хер знает. Ну посмотрите на это дерьмо. Блин, тут точно нет прыжка. Вперед-назад бег на прыжок спейс, лол. На! О, был прыжок, сука! Она прыгнула, ну... Какого хрена? Она прыгнула, блин, не в тот момент. Ну, то она не прыгает вообще, то прыгнула в какую-то жопу. Тут, короче, знаете, в чем проблема? Я понял. Вот смотрите, я бегу. Мне нужно нажать 10 раз, чтобы она прыгнула. И так везде. Вот смотрите, я вот сейчас нажимаю семерку, чтобы выбрать этот топор. Вот раз, вот со второго раза. Смотрите, сейчас буду выбирать этот. Как его? Фонарь. Раз, два, о, со второго раза. Прыжок 3, 4, 5, 6, раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да нет, ну какой клавиатура рип, она новая. Это игра такая. Во всех играх все нормально, а тут нет. Ну, что за бред? Так что не, ребята, это не... Прикольно. А я бы все равно не смог перепрыгнуть, она слишком маленькая, ну, на маленькое расстояние прыгает. И знаешь, надеяться на то, что она перепрыгнет? Ну, такое. Блин, как же там все у них орёт. Так, сейчас поедет, смотрите. У-у-у! Нет? Черт. О, поехал. Только другая. Ай! Это было больно. Слушайте. Давай! Фух, угадал. Но она не прыгает, лол. Слушайте, ну а я тогда не пройду. Как это пройти-то? Блин. Ну, косяк. Не сюда. А, понял. Я просто в тупую не могу сохраниться. Окей, можно тут без сохранения, но я думаю, что тут надо перепрыгнуть это место.
А я не могу. Сюда. Стань животное. Да иди нахер. Что, где? Вот опять. Да ну, она не прыгает, лол. Короче, я не смогу пройти, ребят, эту игру. Она багнутая. А, грусть, печаль, тоска. Реально говно. Ты зачем непонятно что обзываешь постоянно? В смысле непонятно что? Я не понимаю, о чем ты. Что у вас там происходит? Все орёт, блин, звуки какие-то стрёмные. Обязательно шуршать. Так, ладно. Ну, хрень, не сможем мы ничего сделать. Так. Ну, это грустно. Иди нафиг, животное. Ну, а чего? Я бабайку так называю. Разве не понятно? Что делать будем? В СЦП не пойду. Все. Ни в коем разе. Блин, мы вчера еще Outlast прошли. В Outlast даже не пойти, я бы в Outlast пошел бы. Но эта игра не страшная. То есть, ну она такая. Но она ни о чем и не доделанная. Ну, да, я проиграл. Ну, грустно. Ты даже не во что идти. У меня осталось две игры, на самом деле, всего. У меня осталось, короче... Котян, РП, это понятно. У меня скачана Пенумбра на завтра. И больше у меня ничего не скачано. Так что... А, Little Nightmares скачан. Вот, и все. Так что, печаль, печаль, беда. Пойдемте в Long Dark играть. Хочу пройти. Правда, у меня есть такое дурацкое желание. В пупк? Не-не-не, я не пойду в пупк, ну нафиг. У нас время 10 часов, я сегодня специально пораньше начал, чтобы... А давай, вот я тоже думаю. Ну, блин, банан, я хочу закрыть все долги вот за эти 3 дня. Сегодня, завтра и послезавтра. Завтра, в любом случае, должно быть 2 хоррора. Будет Пенумбра и вот который Даша заказывала, этот Fatal Frame, или как он там называется. А послезавтра, скорее всего, будет, который хоррор меня попросил этот Локон постримить, как Бугимен. Вот. Блин, пипец хорроров вообще. Мы... Знаете, сколько мы уже хорроров прошли? Вообще дохерища. Так, надо выйти, короче, из этой игры. Нахер. Не хочу. Включить музло.
Я бы правда в Long Dark бы поиграл. Так, давайте я сейчас сделаю, короче, ну, остановлю, разрежу трансляцию, короче. Он вчера на меня обиделся, короче, за этот банан, прикинь. Вот, я не буду его больше так называть. Вот, ребят, ладно, кто пришел на хоррор, то всем спасибо. Ну, короче, игра багнутая, её не пройти, к сожалению. Ну, блин, она не прыгает в тупую, ну, ничего я сделать не могу. Так что... Давайте сейчас тогда продолжим. Сейчас 5 минут перерыв, я еще что-нибудь придумаю. Вот, и к вам вернусь, вот. Ну, в любом случае, кто пришел на хоррор... Ребят, подписывайтесь на наш Discord, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, фоловьте канал, можете сабнуться, там еще что-нибудь такое сделать. Вот. У, 5 минут ББ. Это образно же, блин. Так говорят, когда образно. Ладно. Вот, в общем, смотрите хорошие стримы. Сейчас вернусь, друзья.